Вами... Всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмп и видеообзор такого аксессуара для туризма, для рыбаков и охотников, как вечная спичка. Они бывают квадратные, круглые, разные. На сайте у нас представлены различные модели. Вот, расскажем, как она работает, в принципе. Заправляем сюда бензин. Бензин можно использовать любой. Я использую там первый, какой попался в магазине, обыкновенный бензин для заправки зажигалок. Здесь он уже есть. Сама спичка у нас получается в резервуаре с бензином находится, постоянно пропитывается. Здесь у нас получается принцип зажигалки зипа, то есть здесь у нас как фитиль идет и магниевое огниво, которым мы просто чиркаем. И спичка у нас горит. Можно разжигать костер, поджигать лампу и все что угодно. Которую мы просто чиркаем, и спичка у нас горит. То есть спичка не боится. Чиркаем, и у нас она горит. Не боится ветра, не боится влаги. То есть вы совершенно можете спокойно быть уверены, что у вас всегда есть чем разжечь костер в кармане. Можно использовать также в качестве брелка. Как правило, у них есть карабинчики. Цепляем на ключи, куда угодно. И отличная спичная спичка у вас в кармане. Кстати, это может быть недорогим подарком практически кому угодно. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендуем.